Здорово, друзья! Меня зовут Дима, мой ник Brother2S, и это канал, посвященный фарму опыта в Fortnite, где мы с вами сейчас быстрее всех добьем свой 200 уровень. На моем канале каждый день выходят новые видео, я снимаю только рабочие карты, у меня нет скама, поэтому даже если у тебя что-то не получится, просто напиши в комментариях, я помогу тебе со всем разобраться. У меня на канале много розыгрышей, у меня на канале проходят крутые челленджи, обязательно присоединяйся к комьюнити, не забудь поставить лайк видосику, написать комментарий из трех слов минимум, и подписаться на мои соцсети, тогда ты сможешь стать счастливым участником челленджа «Халявушка» и попытать свое счастье в выигрыше 1000 V-баксов, подарка на сумму 1000 V-баксов. Все, не буду затягивать, все есть в закрепленных сообщениях у меня в Дискорд-канале, заходи, читай, а мы начинаем. Заходим в поиск, в поисковую строку вводим код 22384930-4407, нажимаем Enter, нажимаем на эту картиночку, выбрать и ставим частную игру, обязательно, чтобы никто не мешал. После чего нажимаем «Играть», и заходим в магазинчик предметов. В магазике внизу есть офигенская кнопочка, называется поддержка автора. Нажимаешь сюда, вводишь код G-UP. Тебе вообще ничего это не стоит, но это позволит тебе меня поддерживать. Нажимаешь поиск, код фиксируется в твоем магазине предметов, и теперь ты будешь поддерживать меня всеми своими покупками. Вот так вот просто и круто ты можешь поступить. Спасибо тебе большое за это. Итак, друзья, мы заспавнились на карте. Теперь нам нужно с вами пробежать вот сюда, на противоположную сторону, к вот этим баннерам. Нажать вот здесь вот кнопочку внизу. И подойти к вот этому баннеру PvP Big Build Fight. Нажимаем на него и выбрать. Ждем, пока карта загрузится. Сейчас покажу все, что в какой последовательности делать, чтобы ты залутал здесь мега крутой опыт. Смотри, даже если вдруг ты будешь заходить на мою карту, и у нее, например, вот как я сейчас записываю, да, здесь значок XP есть. Но даже если его не будет, ты все равно можешь проходить карту, и даже больше тебе скажу, ты можешь ее несколько раз подряд пройти, и тогда ты получишь вот такое уведомление, после того, как вернется значок на карту, со всем опытом, который ты заработаешь за эти прохождения. То есть опыт все равно дадут, просто чуть-чуть позже, там через пару дней. Так что не переживай, если даже у тебя там такая возникла ситуация. Потому что бывает, карта обновляется и значок уходит. Потом он опять возвращается и опыт присылается вот таким вот письмом. Теперь мы заспавнились на этой карте. Нам нужно с тобой пробежать. Похожая карта, да, похожая обстановочка. Здесь тоже также надо нажать кнопочку среди вот этих вот плакатов внизу. Потом подбегаем вот сюда к верстаку. Справа от верстака делаем эмоцию. Имея в виду, что не всегда срабатывает граффити. Лучше сделать либо танец, либо вот такой вот любой дефолтный стикер, какой у тебя есть. Граффити почему-то срабатывает там через раз. Потом подходим к вот этому плакату с курочкой и справа от него нажимаем кнопочку Secret Location. Попадаем вот в такую локацию, берем здесь граплер и ждем, пока закончится вот этот таймер. Сейчас на экране я покажу тебе код от моего Дискорд-канала. Ты можешь его отсканировать телефоном, либо можешь перейти в Дискорд-канал по ссылочке в описании к видео. В Дискорд-канале у меня все челленджи описаны в общем чате в закрепленных сообщениях. В Дискорд-канале у меня есть крутой магазин, и сейчас стартовала акция с крутыми скидками, с распродажей. Вообще просто мега кайфовая, ты можешь очень круто сэкономить. Главное, что ты можешь быть спокоен, что это безопасный магаз, что тут тебя не заскамят. Вот, поэтому пользуйся, пожалуйста. Там есть голосовые, текстовые каналы, там много чего интересного. И главный еще момент, я провожу все розыгрыши в Дискорд-канале, так что имей в виду. Теперь подбегаем к таймеру и нажимаем кнопочку под ним. У нас запускается АФК опыт и пробегаем вот сюда направо к этому домику. Здесь запрыгиваем на крышу, нажимаем кнопочку под крышей. Потом бежим налево к вот этому домику и нажимаем кнопочку на фонарике снаружи. Вот тут. Потом снова к правому. Забегаем внутрь дома. Через дверь направо поворачиваемся и рядом со стеллажом на вот этой бочке есть еще одна кнопка. Нажимаем. Теперь в этот левый домик внутрь тоже заходим. Поднимаемся наверх. И вот здесь в конце есть кнопка на окне. Нажимаем ее. Супер. Теперь двигаемся к центральному дому. Нужно зайти внутрь и тоже подняться наверх. Наверх один разок. И еще вот по этим ступенькам второй раз. Подбегаем к картине. На картине нажимаем следующую кнопку.
идем к этому же дому, только теперь слева вот на эту крышу запрыгиваем и подходим к вот этой стоечке. Здесь нажимаем кнопку. И снова в этом же направлении к левому углу этого здания подходим. И здесь на углах на всех четырех расположены кнопки, которые нужно обязательно прожать. Все, когда прожали все эти четыре кнопки по углам, они активируют кнопочку, которая находится здесь на крыше. Подбегаем к ней и заходим в локацию. Здесь нас ждет небольшой таймер. Нужно дождаться, пока он закончит, чтобы потом прожать кнопочки на вот этих чемпионских стоечках. Подбегаем к стоечкам и нажимаем. Все, когда нажали на последней стоечке кнопку, нас телепортирует в локацию с таймером на 3 минуты. Через 3 минуты включится буст к опыту, и так будет регулярно каждые 3 минуты дополнительный буст включаться. Все, здесь летаем просто сколько хотите, хоть час можете летать. Рекомендую полетать как можно дольше, чтобы забрать еще награды на спавне. Чтобы хотя бы доиграть до вот этого момента, когда будет 60 минут, чтобы забрать награды, которые лежат под таймером на спавне. Сейчас я полетаю хотя бы 10 минут и покажу, что из этого выйдет. Так, друзья, попрыгал здесь на батуте чуть дольше, чем планировал, потому что хочу вам показать еще, что дадут цилиндры на спавне. Давайте вот выйдем сейчас отсюда и пойдем их заберем. Еще 200 секунд, нужно подождать немножко, пока закончится это время. И заберем цилиндр, посмотрим, сколько они насыпят опыта. Так, закончился таймер, подходим к этим цилиндрикам и подбираем их. Раз, два, три. 503 косарика опыта. Посмотри, просто имба. 503 косарика я смог забрать на этой карте. Это потрясающий результат. Друзья мои, на этом буду с вами прощаться. Всем желаю классного настроения, крутого дня, отличной игры и самого быстрого кача, чтобы вы быстрее всех добрались до 200 уровня и забрали все награды из боевого пропуска. Именно для этого я тружусь для вас каждый день. Не забываем ставить свои лайки, комментировать видео, друзья, и подписываться. Все. Расскажи об этом канале своему другу. Пока.